В эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марина Юрченко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Внедрение электронной медицинской карты, а также регулярное проведение онлайн-конференций. Эти новации используются в городской больнице. О них подробнее узнавала Наталья Полякова. Сотрудники Государственного пожарного надзора отмечают свой профессиональный праздник. Подробности у Анны Тулиновой. Армавирцы из разных уголков страны сыграли в Армавире несколько партий. Об итогах турнира Южного федерального округа расскажет Дарья Топчиева. На шаг вперед. В работу городской больницы внедрены новые технологии. Так, с октября 2013 года в медучреждении активно используется электронная медицинская карта. Одна из ее функций – это значительное упрощение работы врача. А вот телемедицина расширяет границы возможного. С инновациями познакомилась и Наталья Полякова. Наталья Завеновна, врач-терапевт, со своей пациенткой находится в ожидании предстоящей онлайн-конференции. У ее подопечной сложный диагноз. И чтобы его подтвердить, доктор решила проконсультироваться с коллегами из Выселковского района. Вместе с больной они прошли в конференц-зал, где уже был собран онлайн-консилиум. Пациентка рассказывает о своих симптомах и жалобах, после чего Наталья Завеновна уже сообщает информацию по анализам и результатам обследования. В последнем анализе абсолютно никаких отклонений нет. На рентгенограмме патологии не выявлено. Но мы ее планируем еще сделать гастроскопию. Но вот как вы, коллеги, считаете, что все-таки это может быть? У врачей Выселковского района сформировалось мнение о диагнозе. Прежде чем его озвучить, они попросили пациентку удалиться. Нашей съемочной группе также не разрешили стать свидетелем итога консилиума. Компьютерная томография тут нужна. Это дорогостоящее исследование и с лучевой нагрузкой связанное. То есть лишний раз его делать не хочется. Хочется, чтобы было подтверждение не только моих мыслей, но как и другие коллеги. Мы двигались в этом направлении, но необходимо было дополнительной консультация, которая нам оказала помощь. Телемедицина – это серьезное техническое нововведение. Консультация в таком формате расширяет границы возможностей пациентов. Больной может получить полноценный анализ своего заболевания у специалиста, которого имеет право выбрать сам. Максимальное внимание телемедицина уделяет пациентам регионального сосудистого центра. На этой инновации городская больница не остановилась. Активно внедряется электронная медицинская карта. Так, Анна Ивановна, посетив учреждение здравоохранения, на себе лично уже испытала преимущества новой технологии. Электронная карта мне удобна тем, что я пришла в кабинет к врачу на прием. Мне здесь сразу назначили лечение, мне расписали на бумаге все, чем я должна лечиться, как соблюдать режим. Если мне нужен больничный лист, мне сразу же в этом кабинете его выдадут. И если доктор назначает препараты какие-то здесь, все это в распечатанном виде мне дает. Итак, электронная карта – аналог амбулаторной карты. Это специальная программа, в которой хранится вся информация о пациенте, его болезнях, назначениях врачей. Данная инновация помогает доктору создавать дневниковые записи, анализировать жалобы, проведенные процедуры, диагнозы, сроки лечения. Средний медперсонал также может вносить записи в единую историю болезни в свой раздел. Доступ к амбулаторной карте и предыдущим историям болезни можно получить, щелкнув по нужной ссылке. И тогда врачу будет доступна вся информация о пациенте за любой период времени. Это экономит время, это удобство для персонала, для пациента. Данная программа легко и пользоваться, здесь все логично, никаких затруднений не вызывает, все заполняется, распечатывается очень просто и, естественно, она создает удобство и для персонала, и для пациентов. Также в рамках программы модернизации здравоохранения Краснодарского края городской больнице было получено 140 терминальных станций, что позволило довести уровень оснащенности автоматизированными рабочими местами врачебного персонала до 100% и среднего до 80%. Наталья Полякова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Очередная сессия Совета депутатов состоялась в администрации Новокубанского района. Собравшиеся обсудили ряд вопросов местного значения. Подробности далее.
По повестке дня народные избранники обсуждали исполнение постановления Законодательного собрания Краснодарского края о развитии семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На данный момент в Новокубанском районе проживает 276 опекаемых детей. За 6 месяцев 2014 года выявлено 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все 8 детей устроены в семьи граждан. Под опеку передано 5, приемные семьи – 3. Ни одного ребенка в детские государственные учреждения не передан. На этой встрече депутаты дали согласие на списание муниципального недвижимого имущества, переданного на управление средней школе номер 20 хутора Горькая Балка. Мастерская образовательного учреждения уже в течение 15 лет по назначению не использовалась. Материал стен здания мастерской саманы, перекрытие потолка деревянные. Мы обратились к оценщику, который оценил данное недвижимое имущество, сделал заключение, что она является аварийным, это здание, ремонту не подлежит и целесообразно его демонтировать. В Краснодарском крае ведется большая работа по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. Одним из важнейших элементов, способствующих этому, является оказание информационной поддержки субъектам малых форм хозяйствования. В администрации Новокубанского района работает телефон горячей линии по вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности. Делается все возможное, чтобы обеспечить прирост малого бизнеса в муниципальном образовании. По состоянию на 1 января 2014 года общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства у нас в районе составило 2476 единиц. К сожалению, мы в прошлом году отмечали снижение предпринимателей на 12% или на 256 человек. Но уже по итогам первого полугодия ситуация меняется в лучшую сторону, и у нас прибавка на 126 предпринимателей. И эта цифра увеличилась уже до 2601 предпринимателя на 1 июля 2014 года. На этой сессии совета утвердили тарифы на платные медицинские услуги в Новокубанской стоматологической поликлинике. Также депутаты определили плату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях района. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей РМВИРА. Авария со смертельным исходом. 17 июля около 8 часов вечера под Армавиром в районе 164-го километра автодороги «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие. Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом. По предварительным данным сотрудников госавтоинспекции, 55-летний водитель «Черри» при перестроении неправильно совершил маневр и врезался в автобус. В результате аварии мужчина, управляющий иномаркой, и его пассажир, 22-летний молодой человек, с травмами были госпитализированы. 55-летняя женщина, также находившаяся в легковушке, от полученных травм погибла на месте происшествия. Пассажиры автобуса травм не получили. Обстоятельства, послужившие причиной аварии, уточняются. Роспотребнадзором сотрудникам Центра гигиены и эпидемиологии было поручено провести мониторинг торговых точек Армавира на наличие запрещенной к продаже партии яблок Гала. Эти яблоки не прошли тест на остаточное содержание токсичных веществ. Но Центр гигиены и эпидемиологии решил провести проверочные мероприятия, включающие в себя изучение документов и лабораторные исследования. Эти работы были произведены незаконно, поскольку Роспотребнадзор не давал указания на проведение проверок. В связи с выявленными нарушениями прокурором города Армавира возбуждено дело по статье «Самоуправство» на главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. В Армавирской колонии номер 4 двое заключенных за месяц до освобождения напали на сотрудника исправительного учреждения. Городской суд установил новое наказание для нарушителей. Подробности этого дела в следующем материале выпуска. Всего один месяц законного наказания не выдержали двое заключенных, содержавшихся в исправительной колонии номер 4 за кражу имущества и побои. Хорошим поведением преступники не отличались и заработали репутацию злостных нарушителей. За месяц до освобождения мужчины в очередной раз оказались в штрафном изоляторе. Эти двое осужденных схватили за форменную одежду сотрудника полиции, который обеспечивал контроль за их надлежащим содержанием в этом штрафном изоляторе, и применили к нему насилие. Удерживали за форменную одежду, применяли насилие. Такое поведение заключенных стало основанием для Армавирского городского суда назначить новое наказание для злостных нарушителей исправительной колонии.
Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 321, это квалифицировано как дезорганизация деятельности учреждений, отбывающих наказание. И каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Дарья Топчива, Александр Пензев, служба новостей «Армавира». Далее устная информация. В настоящее время участились случаи сбыта фальшивых купюр. Отдел МВД России по городу Армавиру настоятельно рекомендует гражданам при обращении с 5000-ными денежными купюрами серии БА проявлять особую бдительность в связи с участившимися случаями сбыта поддельных купюр этого вида. В 1927 году был упразднен документ о создании органов государственного пожарного надзора. С тех пор ежегодно сотрудники этих органов отмечают свой профессиональный праздник. Уже 87 лет работники пожарного надзора достойно выполняют свою работу. Внимательно следят за тем, чтобы на муниципальных и федеральных объектах были соблюдены все требования пожарной безопасности. Праздную 87-ю годовщину со дня образования государственного пожарного надзора хотелось бы прежде всего поздравить ветеранов. Пожелать им крепкого здоровья, счастья, мира, добра. В отделе Госпожнадзора Армавира трудится 11 специалистов. Они занимаются проведением мероприятий по предупреждению и пресечению пожаров, осуществляют контроль за исполнением предписаний безопасности, постоянно взаимодействуют с органами исполнительной власти. Так что с противопожарным оснащением и информированием в Армавире все в порядке. Остается лишь горожанам надлежащим образом относиться к требованиям безопасности. Анна Тулинова, Александр Жерелиев, служба новостей Армавира. 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Также 18 июля христиане отмечают день обретения мощей этого святого. Для православных данный праздник имеет особое значение. Преподобный считается небесным покровителем России. По сути, это был первый святой, который появился на Руси после избавления от татаро-монгольского ига. 2014 год в православной церкви объявлен годом преподобного Сергия Радонежского. 700 лет прошло со дня его рождения. Однако стоит отметить, что точная дата этого события неизвестна. Первая информация, появившаяся в источниках, свидетельствует о том, что преподобный Сергий ориентировочно родился в 1314 году. Это не единственная дата, отмечают священнослужители. Самыми главными источниками, свидетельствующими о биографических особенностях святого, является житие, которое составил его ученик Епифаний Премудрый. Впоследствии его дорабатывал Пахомий Логофет. Исследователь жития преподобного Сергия Клосс пришел к выводу, что преподобный Сергий не мог родиться ранее 1322 года, но это всего лишь историческая гипотеза. Сказать, что преподобный Сергий родился в 14 или в 22 мы не можем на 100%, поскольку источники нам точно об этом не говорят. Поскольку существуют разные гипотезы о рождении чудотворца, то юбилей приурочен ко дню обретения мощей святого. 18 июля 1422 года они были обретены. Сергий Радонежский считается одним из самых почитаемых на Руси. Он жил в 14 веке и основал Троицкий монастырь, ныне Троица Сергиева Лавра. Согласно житию святого, Сергий Радонежский обладал пророческим даром, исцелял людей. Его молитвы были поистине чудотворными. Можно упомянуть чудесное зачатие и рождение великого князя Василия III, победу русских войск в русско-литовской кампании у Опочки, победа, значит, по молитвам к преподобному Сергию, святителя московским, преподобному Варламу Хутынскому, Москва избежала разорения от хана Ахмат-Гирея в 1521 году. Самое главное, пожалуй, сердце нашей Руси, Кремль, также сохраняет традицию почитания преподобного Сергия. Имя преподобного Сергия Радонежского неразрывно связано с историей средневековой Руси. Он стал ориентиром духовной жизни русского народа. Наталья Полякова, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Далее о спорте. Армавирские полицейские оказались в числе лучших на зональных соревнованиях чемпионата Главного управления МВД России по Краснодарскому краю среди сотрудников полиции по летнему служебному биатлону. Состоялись они на стрельбище в Отрадненском районе. Участие в них приняло более 40 полицейских из 11 команд. В командном зачете победили полицейские Новокубанского района. На втором месте команда Отрадненского района. Бронзу завоевали полицейские Армавира. В личном первенстве среди девушек победительницей стала Наталья Гофман из Новокубанского района. Среди мужчин самым метким оказался Алексей Полесский из Отрадненского района.
В Армавире завершилось открытое первенство Южного федерального округа по шахматам. В течение 9 турнирных дней игроки из разных уголков страны боролись за право стать лидерами соревнований. Кому это удалось, расскажет Дарья Топчиева. Около 200 игроков приняли участие в открытом первенстве Южного федерального округа по шахматам. В ожесточенной борьбе встретились спортсмены из нашего города, Успенского района, Лабинска, Курганинска, Москвы и Санкт-Петербурга. Среди игроков в том числе были и перворазрядники, два кандидата в мастера спорта. В течение соревнований шахматисты сыграли 9 партий. Турнир был разделен на группы в зависимости от степени подготовки участников. Однако за одной шахматной доской оказывались спортсмены разные по возрасту. Подведение итогов и торжественное награждение состоялось 17 июля. Конечно, не все участники турнира смогли войти в тройку призеров. Но, как заметила директор шахматной школы, само участие в соревнованиях такого уровня уже очередная ступенька в развитии. Даже если вы сегодня не заняли призового места, не выиграли ничего, то это не страшно. Вы выиграли самое большое в своей жизни, вы выиграли опыт, вы приобрели какие-то новые волевые качества в своем характере. В нескольких возрастных категориях были выделены лучшие из лучших. Они получили грамоты и медали. А вот главным моментом стало награждение победителей и призеров в общем турнире. Так, среди женщин третье место заняла Елизавета Соколова, второе – Анна Савельева. Победителем турнира стала Елена Ворушила, впервые показавшая высокий результат на соревнованиях ЮФО. Эмоции, конечно, переполняют. Я очень рада, что наконец-таки проявила упорный труд и заняла первое место. Среди мужчин обладателем бронзы стал Евгений Тимченко. Серебро у Эдуарда Арапетяна. А золото завоевал неоднократный победитель турниров Южного федерального округа Левон Даниилян. Специально для нашей съемочной группы молодой человек раскрыл секрет своих побед. Самое главное – это, скорее всего, подготовка. То, что происходит на шахматной доске, это как верхушка айсберга, все происходит дома, подготовка за компьютером, там, перед партией, все уже дома, можно сказать, заготовлено. Приходишь на следующий день, уже просто повторяешь, что дома готово. Дарья Топчиева, Станислав Чинский, служба новостей «Армавира». Армавирские самбисты в составе сборной помогли Краснодарскому краю завоевать победу на 3-й летней спартакиаде молодежи России. Соревнования проходили в Пензе с 15 по 18 июля. В условиях тяжелой конкуренции, а участвовало в соревнованиях около 200 человек со всей страны, армавирские самбисты показали отличные результаты. Джамбулат Гешев принес команде золото. Серебро завоевали два наших самбиста – Зинаида Махмудова и Гагик Микрдумян. Пятым на спартакиаде молодежи стал Рудольф Еврумян. Шестую строчку заняла Нина Левченко. Результаты, в том числе и армавирских самбистов, позволили команде Краснодарского края с большим отрывом завоевать первое место. На втором оказалась Свердловская область, на третьем – Москва. На этом выпуск завершен. Далее информация о погоде на ближайшие сутки. В студии была Марина Юрченко. Удачи и до скорой встречи на телеканале ТНТ «Армавир». Имидж ведущий – магазин женской одежды «Лара». Улица Азовская, 4 и Тургенева, 140. Торговый центр «Оскар».